Всем привет, с вами Зоракс, и это урок по созданию слайдера на CSS. Во-первых, как так получилось, что после 23-го урока идет 14-й урок? Дело в том, что уроки в плейлисте по CSS должны были рано или поздно закончиться. Я переименовал его в основу CSS. И если вы еще не знаете CSS, или знаете, но плохо, или если вы знали, но забыли его, то перед тем, как смотреть все основные уроки, я вам советую сначала посмотреть уроки в этом плейлисте. А дальше же уроки пойдут на различную тематику, как это было и до того, как уроки по основам CSS начались. И уроки будут также и по CSS, но теперь, как понимаете, мне не придется подробно останавливаться на каждом свойстве, рассказывать, что оно делает. Те, кому нужно это узнать, просто смогут посмотреть уроки по основам, а мы не будем терять время. Функционал в этом слайдере реализован при помощи все тех же радиобаттонов, которые мы использовали при создании вкладок на CSS. Если вы не смотрели этот урок, то я вам рекомендую его посмотреть, поскольку он прояснит вам некоторые вещи. А для создания переходов для каждого слайда мы создаем по 6 дивов и ставим им различную задержку при переходе. А для создания же, для изменения яркости, контрастности и размытия мы будем использовать WebKit-овские фильтры. Работать они, разумеется, будут только в браузерах Chrome и Safari. То есть это тот случай, когда чем более современный браузер у пользователя, тем более красивый результат он увидит. А в этом уроке я не буду переписывать HTML, но мы рассмотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, сначала мы подключаем файл normalize.css для того, чтобы получить одинаковое стандартное форматирование в различных браузерах. Дальше мы подключаем WebShift с Google Web Fonts, сам слайдер с ленточкой, а также управляющими элементами обернут в элемент контейнер. Сама ленточка сделана на CSS, но в этом уроке мы не будем рассматривать, как сделать ленточку, поскольку это немного не по теме этого урока. Возможно, я сделаю отдельное видео, где мы сделаем такую ленточку. Перед элементом слайдера идет 6 элементов input. Это вспомогательные элементы в этом случае. Через CSS мы их скроем и управлять ими будем при помощи лейблов. У всех этих инпутов стоит тип radio, у них должно быть одинаковое имя, и также у каждого инпута должен быть уникальный ID. Также у первого инпута стоит атрибут checked, чтобы он был выбран по умолчанию. Далее в самом слайдере у нас есть 6 картинок, и в каждой картинке по 6 фрагментов. У каждой картинки, как и у каждого фрагмента, есть общее имя класса, которое стоит первым, и индивидуальное. А вообще, в теории, используя специальные селекторы, можно было бы обойтись только вторым именем класса, то есть такими именами. Но если мы пойдем таким путем, то, во-первых, у нас получатся более длинные селекторы, а во-вторых, CSS-линт будет жаловаться, что такие селекторы слишком медленные. Также помимо 6 изображений, в слайдере у нас есть элемент captions, в котором мы храним подписи к слайдам. И после слайдера в элементе контейнер у нас есть 2 контейнера для управляющих элементов. Это элемент с классом controls, в котором есть 6 лейблов. А также контейнер site controls, и в нем опять же 6 лейблов для того, чтобы создать эти боковые кнопки. Почему 6 лейблов, я объясню, когда мы будем писать для них селекторы. В конце подключен скрипт prefix-free для того, чтобы не прописывать все префиксы в CSS. И это и весь HTML. Страница без CSS будет выглядеть таким образом. Для начала скроем в контейнере элементы input. И также временно скроем подписи. Для начала пропишем всем элементам свойство box sizing bodybox. С этим свойством в ширину слайдера будет также входить ширина рамок. И поэтому у нас не возникнет потом проблем с позиционированием боковых кнопок. В body пропишем фоновую картинку. И напишем стиль для контейнера.
У него должно быть относительное позиционирование. Ширина в нашем случае 900. Высота 400 пикселей. И для всего, что находится в этом контейнере, мы будем использовать шрифт, который мы подключили с Google Web Fonts. Ширина слайдера и ширина всех изображений будут такими же, как и у контейнера. И для того, чтобы увидеть наш слайдер, пропишем ему фоновый цвет. Выровняем контейнер по центру. Также пусть будет отступ сверху, снизу отступа не будет. А в самом слайдере также должно стоять относительное позиционирование, поскольку у изображений оно будет абсолютным, поскольку они должны располагаться друг над другом. В слайдере пропишем overflow hidden, для того, чтобы фрагменты слайдов при анимации не вылазили за пределы этого слайдера. Теперь просто немного украсим этот элемент, добавим рамку, добавим закругление 5 пикселей, и добавим тень. Поскольку для фрагментов мы потом будем использовать трехмерные трансформации, мы должны в каждом слайде прописать перспективу. И еще один момент, который нам нужно сразу учесть, это поскольку мы поставили всем элементам свойство BoxSizing значение BodyBox, поскольку у нас элемент слайдер имеет рамку шириной 8 пикселей, то слайдер без рамки имеет по сути ширину 884 пикселя, а ширина слайдов у нас 900 пикселей. И поэтому для того, чтобы эти слайды были выровнены по центру, нам нужно сдвинуть их влево на ширину рамки, то есть на 8 пикселей. Поэтому здесь мы также пропишем margin left минус 8 пикселей. Теперь всем фрагментам в элементе с классом image1 мы должны прописать фон. И это будет наша первая картинка в слайдере. Это изображение размерами 900 на 40. Ссылки на них я выложу в описании. Если хотите, можете использовать их. Также можете использовать какие-то свои изображения. И, соответственно, для остальных 5 слайдов мы должны также прописать свое фоновое изображение. В стилях каждого фрагмента мы должны прописать ширину 150 пикселей. 150 пикселей — это ширина картинки, 900 пикселей деленная на 6, на количество фрагментов. А высота же будет такая же, как и у слайда. Также всем этим фрагментам пропишем float left. И теперь для каждого фрагмента мы должны прописать свое смещение. Второй фрагмент мы смещаем влево на 150 пикселей, на ширину фрагмента. Третий фрагмент мы сместим на 300 пикселей и так далее. Теперь напишем стили для управляющих элементов. У них будет абсолютное позиционирование. Они будут ниже слайдера, то есть в bottom мы пропишем минусовое значение, минус 50 пикселей. У лейблов пропишем display block, высоту и ширину. Черный фон. Float left. Справа будет отступ в 5 пикселей, то есть в 10 пикселей. И для того, чтобы выровнять их по центру, напишем в родительском элементе
left 50%. Это выровняет левый край элемента controls по центру родительского элемента. Но нам нужно выровнять центр элемента controls, а не левый его край. А для того, чтобы это сделать, мы должны также прописать margin left. И здесь должна быть половина ширины элемента controls. А ширина элемента controls это 6 элементов по 30 пикселей и 5 отступов между ними по 10 пикселей. И все это разделим на 2. Поэтому в margin left пишем минус 115 пикселей. И видим, что наши управляющие элементы выровнялись идеально по центру. При наведении указателя на элемент label будем менять курсор. А также стандартное значение прозрачности для них 0,2. При наведении вернем единицу. Теперь сделаем так, чтобы можно было переключать слайды. По умолчанию фрагменты будут скрыты. Пропишем opacity 0. И z-индекс пропишем тоже 0, чтобы они были снизу. Когда отмечен первый радиобаттон, мы должны будем найти соответствующий слайд, взять его фрагменты и вернуть opacity 1, а z-индекс тоже 1. И такие же селекторы мы должны прописать для всех остальных радиобаттонов. По умолчанию в HTML отмечен первый радиобаттон, поэтому мы сейчас видим на слайдере первую картинку. Также сделаем так, чтобы на соответствующем слайде горел соответствующий лейбл. Для этого сюда нужно написать нужные селекторы. Сначала пишем для слайд 1. Когда этот input отмечен, мы ищем элемент controls и берем в нем первый лейбл. И то же самое делаем для всех остальных. Поставим здесь лучше значение 0,8. Добавим в лейблы плавный переход для opacity. Полсекунды. И также добавим красивые переходы в сам слайдер. А для этого в фрагментах пропишем кое-какие объемные трансформации. Пропишем transform origin center right. Когда я писал этот слайдер первый раз, то, разумеется, мне пришлось посидеть, поподбирать значения для тех свойств, которые мы сейчас будем прописывать. И сейчас мы будем использовать те же самые значения. То есть в этом уроке я показываю, как сделать слайдер в точности такой же, какой вы могли видеть в демке. Но, разумеется, вы можете экспериментировать с этими свойствами, получить какой-нибудь другой эффект. Transform. Напишем поворот по оси Y на 90 градусов. Сместим фрагменты по оси Z на 100 пикселей и поставим масштабирование 1,5. Для активных слайдов мы, разумеется, должны вернуть все как было. То есть в этом селекторе мы пишем transform rotate y 0, translate z 0 и scale 1. И для того, чтобы эти свойства менялись плавно, напишем здесь transition для трансформаций 0,6 секунд. Для прозрачности тоже 0,6 секунд. И теперь для того, чтобы фрагменты анимировались не все сразу, а по очереди, мы должны написать в соответствующих фрагментах нужные задержки.
Для веб-китовских браузеров здесь также пишем WebKit фильтр. Префикс free сам не дописывает префикс свойству фильтр, поэтому приходится дописывать его вручную. Здесь напишем saturate 0. Размытие поставим 10 пикселей. Яркость 0,4. И контраст 4. В transition также запишем это свойство. WebKit фильтр. У него будет 2 секунды и другая временная функция. А для активного слайда мы тоже должны вернуть все стандартные значения. И, разумеется, я ошибся, когда прописывал трансформацию, потому что для того, чтобы результат был как в демке, здесь должно быть не 100 пикселей, а минус 100 пикселей. И теперь пришло время создать боковые кнопки. Они у нас располагаются в элементе Site Controls. И они выглядят как два элемента, но на самом деле их 6 лейблов. На каждом слайде отображается своя пара кнопок. А для начала напишем стиль для левой кнопки. Для того, чтобы ее увидеть, временно сдвинем body немного вправо. Здесь у нас будет абсолютное позиционирование. Дисплей блок. Сверху будет отступ 50%. И для того, чтобы они были на самом деле по центру, нужно также отнять половину высоты этой кнопки. Высота у нас будет 30. Поэтому здесь мы пишем минус 15 пикселей. Треугольник на CSS рисуется при помощи бордера таким способом. Изменим курсор при наведении на эту стрелку. Непрозрачность поставим 0,2. И переход для нее сделаем в полсекунды. Эта стрелочка сейчас выглядит такой непрозрачной, потому что она на самом деле там не одна, их там 6. А в зависимости от того, на каком мы сейчас находимся слайде, один и тот же элемент label может являться как стрелочкой влево, так и стрелочкой вправо. Поэтому сейчас мы создадим здесь две группы свойств и немного подумаем. Одна группа у нас будет левой стрелочкой. Здесь мы должны написать под body right и позиционирование слева. Вторая группа селекторов будет правой стрелочкой. И теперь нам нужно прописать все селекторы. Во-первых, когда мы находимся на первом слайде, стрелочка влево должна вести на шестой слайд. Поэтому пишем здесь такой селектор. Теперь, когда мы находимся на втором слайде, стрелочка влево будет вести на первый слайд. Когда мы находимся на третьем слайде, она будет вести на второй слайд и так далее. Теперь напишем все нужные селекторы для стрелки вправо. Когда мы находимся на первом слайде, стрелка вправо должна вести на второй слайд, а на втором слайде на третий слайд и так далее. И на последнем слайде стрелка вправо будет вести на первый слайд.
При наведении курсора на стрелку нам нужно изменить у нее непрозрачность. Поэтому сюда также допишем Site Controls Label Over. И последнее, что нам нужно сделать, это добавить в слайды описание, captions. Здесь опять же будет абсолютное позиционирование. Вот стоп справа будет 20 пикселей, снизу 7 пикселей. Временно скроем сам слайдер. Сдвинем боди, чтобы увидеть эти описания справа внизу. Для того, чтобы получить анимацию как в финальном результате, мы будем использовать тень. Сам текст будет прозрачным. Тень будет изначально без смещения, размытой на 60 пикселей и прозрачной. А на нужном слайде она будет становиться уже непрозрачной. Например, слайд 2. Для первого слайда у меня нет никакого описания, поэтому начинаем со слайда 2. Находим слайдер. Находим captions и выбираем второй заголовок. Здесь тень текста будет опять без смещения, не размытая и белая, немного прозрачной. Слайдер, конечно, мы скрыли зря, потому что капшены на самом деле в нем и находятся. Чтобы их увидеть, слайдер все-таки придется показать. Теперь также z-index здесь поставим единицу, чтобы они были сверху. Увеличим размер шрифта, поставим font size 3em. Сделаем все заглавными буквами. И сразу допишем все нужные селекторы. Теперь мы уже видим подписи на нужных слайдах, и нам остается только добавить плавный переход. Длительность у него будет 2 секунды. Теперь берем смещение в боди. И если я ничего не забыл, то на этом все. Если этот урок был вам полезен, то поставьте под ним лайк. С вами был Zorax. Спасибо за просмотр. Пока.